Я много раз говорила и не устану это повторять, что каждая собака должна знать, что такое прогулка без поводка. Конечно, в целях безопасности собаки это должно быть либо некое закрытое пространство, там, где вы можете контролировать собаку, если не уверены, что она придет по команде, и постепенно это пространство расширять. Возьмите собаку, выйдите в чисто поле, возьмите веревку 30, 40, 50 метров. Так, чтобы вы были уверены, что собака от вас никуда не денется, не убежит. И в то же самое время не запутается нигде, вам не придется распутывать. И пускай она побегает в свое удовольствие, пускай она поносится, пускай этих 50 метров веревки будут волочиться по земле. Да, грязно, да, но... В конечном итоге собака забудет о том, что она на этой веревке, и вы будете спокойны, и это, кстати говоря, ускорит приход к вам собаки. Для того, чтобы собака безотказно возвращалась по команде ко мне, она должна хотеть это делать. Она должна нагуляться, она должна нанюхаться, она должна получить новые впечатления. В конечном итоге она должна сбросить лишнюю энергию, которую она накопила за весь день, пока вас ждала. Собака должна обязательно знать, что такое время у нее будет, когда она сможет спокойно, в спокойном режиме совершенно прогуляться, понюхать свое удовольствие, походить или побегать. В общем, сделать то, что ей нравится, без команд хозяина. Основное условие тут – свобода. Если вы стараетесь постоянно держать собаку в 3 метрах от себя, то рано или поздно ваш карабин сломается, и собака стартанет. Просто стартанет. Если собака не знает, что такое прогулки без поводка, то в любом случае рано или поздно включится инстинкт свободы. И как только она почувствует отсутствие поводка на себе, она его реализует, этот инстинкт, 100%. Я прекрасно понимаю, что не у всех есть огромные поля, как у нас, по которым можно бегать там и все такое. Но раз в неделю обеспечить собаке полноценный, хороший выгул, мне кажется, состояние любой хозяин. Ну что, пойдем? Назад пойдем. Жулики.